Добро пожаловать на один из самых популярных проектов русского фандаба – Anistar.ru. Мы рады, что ты смотришь свое любимое аниме именно у нас. Ведь пока другие бросаются из крайности в крайность, мы следуем по пути золотой середины и с полной отдачей молча делаем свое дело. Если ты не хочешь выбирать между скоростью и качеством, то судьба привела тебя куда надо. Специально для тебя мы создали красочный сайт с удобным, понятным интерфейсом. Заходи к нам, проверяй время выхода своих любимых релизов, добавляй их в избранное, смотри их в высоком качестве, качай при помощи торрента и делись своим мнением. Мы ждем тебя! Приятного просмотра! Переведено и озвучено для сайта Anistar.ru. Перевод команды Star Team. Озвучил Air Max. Приятного просмотра. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Эпизод 34. Тора. Какая слабая вещица. Копье зверя было таким слабым. Я победил. Сенгаку! Отвечай, Сенгаку! Так Хокумен, правда? Было слишком близко. Если бы вы не помогли мне сбежать, я бы... Помочь гражданским уйти от опасности? Таков был последний приказ нашего командира. Мы отправимся на остров Хатерума, где перегруппируемся с главным судном. Остров Хатерума, этот остров тоже. Такой атакой не победить их. Хокумен! Не недооценивай людей! Битва только началась! Я уничтожу эту страну. Вам осталось только наблюдать, как ваше отчаяние рвет вас же на части. Хокумен, не сбежишь! Огненный! Еще жив? Ты так просто не умрешь. Как замечательно! Мы не можем позволить Хокумен продвинуться дальше. Связывающий барьер Кахамэй! Огромная ваджра! Умри, переполненный страхом передо мной. Я так зла. Это так бесит. Связывающий барьер исчез. Как просто. Вы, монстры и маленькие надоедливые людишки, просто оставайтесь там. Я убью вас медленно после того, как утоплю эту страну огней. Не уйдешь! Брат! Что? Ты прошел через время? Да, чтобы выяснить слабость Хокумен но Мона. У меня есть Йокай, который может путешествовать во времени. То, что я увидел. Рождение Хокумен но Мона. Битва между Торой и Хокумен но Мона началась 3000 лет назад. Где? Я. Меня победил Хокумен? Копье зверя больше нет? Я.
потерял все? Что это? Я что-то... вижу. Тора! Что ты делаешь? Тора! Что? Что только что произошло? Все, что я вижу, это трупы поблизости и вдалеке. Рука? Это моя? Повтори-ка, как ты меня назвал? Голос, это мой? Шагакуша, я говорил о том, когда ты родился. О звезде, которая упала на твой дом. Я внутри этого Шагакуша? Это не все. Все, кроме меня, дети в тот момент умерли. Ты сказал, что я был проклятым. Ведь ты это сказал, да? Сердце этого мальчика. Я чувствую то же, что и Шагакуша. Я внутри его сердца. Ублюдки! Ненавижу! Ненавижу всех! Проваливай! Ворюга! Он рос совсем один. Его называли проклятым ребенком. Все вы сдохните! Просто сдохните! Что это было? Каждый раз, когда он чувствовал злость, мое плечо трепетало. И где-то в глубине его сердца он правда наслаждается этой ненавистью. Время прошло. Даже в бой он был наполнен ненавистью. И к его товарищам, и к его врагам. Сдохните, сдохните, сдохните. Сдохните! Сдохните! Люди восславляли его. Но! Вы все называли меня проклятым. И все же, теперь я для вас герой, спасший страну. Вам никому нельзя доверять. Вы все меня бесите. Его ненависть к другим послужила основой для его силы. И чем больше он ненавидит, тем больше его трясет, тем больше он чувствует блаженство. А ты нос как-то задрал. Если тебя восславляют как героя, думаешь, теперь можно считать себя благородным? Нет, совсем нет. Тебе не нужно ввязываться в подобные делишки. Да, господин, я это знаю. Снова это происходит. Правое плечо словно напряглось. Господин Шагакуша, Рама, снова королевский генерал вас к себе вызвали. Несправедливо. Ну, подобные сплошь и рядом. Они завидуют, потому что никто их не любит. Я тебе еще не надоел? Люди зовут меня героем, однако боятся так, будто я прокаженный. Ты что, не против того, что тебя ко мне приставили? Ну да. Вы родились под падающей звездой. Ну и что? Вы сильный, вы добрый, господин Шагакуша. Когда-нибудь я хочу стать как вы, господин. Пожалуйста, верните. Нет, не могу. Прошу, это очень дорогие семена. Лучше налей-ка нам выпить. А, это ты. Верни. Я сказал тебе вернуть мешок. Ты! Огромное вам спасибо. Твои семена дали мне неплохой способ им врезать. Когда вспахиваешь землю, копание в ней мечом отличается от аккуратного распахивания для посадки семян, ведь так? Оба метода забирают у земли силу, но семена в конце концов зайдут в растение.
Кто бы мог подумать, что какая-то крестьянка осмелится учить меня, человека, командующего тысячами? А, нет, я бы никогда! Просто, когда я вас увидела, то мне показалось, что вы из тех, кто возделывает землю лишь мечом. Предлагаешь мне посадить эти семена? Какого растения это семена? Я не знаю. Но... ненависть уж точно не даст всходов. Глупости какие. Да. Прошу прощения. Сестренка! Господин Шигакуша? Рама, она твоя старшая сестра? Сестренка, господин Шигакуша ужасно силен. Как только враги узнают, что он идет в бой, они сразу бегут. Ну, ага. Значит, если случится битва, то я просто спрячусь у него во рту. Хорошая идея. Там-то тебе уж точно никто не страшен. Я был рожден проклятым детем. И всю свою бессмысленную жизнь я был один. Меня боялись. Не подпускали и близко к себе. У меня нет никаких причин любить людей. Да, я буду их ненавидеть. Это, конечно, не подходящая еда для героя.